Давай. И сегодня будет первое открытие кейсов на версии 0.11.0. Я думаю, никому не надо объяснять, что добавили. Я скажу только одно. Сегодня я намерен выбить нож бабочку. Ребята, пожелайте мне удачи. Пожалуйста, кто рад, поставьте лайк. Кто рад обновлению, лайк и подписка. Обязательно. Ну что же, прямо сейчас я, ребята, куплю 10 это мало, 20 кейсов, и мы их откроем вместе с вами. Я очень надеюсь на то, что мне повезет, надеюсь на то, что я окуплюсь и реально выпадет что-то годное. Фух, ну что же, вот они, мои любимые кейсы, вот он мой, ребята, любимый нож-бабочка. Не буду тянуть кота, сами знаете за что, поехали, просто, ребята, поехали. И с первого кейса мне упадает, блин, почти нож-бабочка выпал, G22, ну такое. Блин, ну что это за рофл? Был же нож-бабочка, вы увидели. Ай-яй, ребята, как же меня это все пугает. Так, открываем дальше. Хочешь топовый инвентарь, но нету денег? Заходи на CD-дроп, открывай бесплатные кейсы каждые 3 часа и выигрывай дорогие скины. Быстрый вывод, моментальное пополнение и множество режимов. Промокод Кент умножает сумму в 2 раза. Steady Drop — это мой выбор. Заходи и выигрывай. Ссылка в описании. Ну хотя бы какая-то аркана должна сегодня выпасть. Это однозначно. Открывая фейбл кейсики, мне выпадает... Ох ты, блин, почти нож бабочка. Блин, я просто в шоке. Кстати, у меня уже таких 2 рарки. Я в шоке. Блин, еще очень много рарок выпадает. Открываем дальше. Давай, фейбл кейсик, мой любимый, не подкачай. Блин, еще посмотри, какой красивый дигл. Я офигею, вот это красота. Блин, я бы с ним играл. Так, ну что же, поехали. И мне выпадает. Я, ребята, кстати, буду радоваться любому скину. О, смотрите, этот скин выпал. Вау, охренеть можно, вот это да. Так, ну что, открываем дальше. Ребята, честно говоря, я буду рад любому скину, потому что у меня нету ни единого скина. Реально нету никаких скинов с этой новой коллекции, поэтому я буду рад реально любому. Погнали! И мне выпадает арканочка, иди сюда. Ну, блин. Вау, статрек Desert Eagle Ace. Ух ты, какой он сасный. Блин, кому нравится, напишите в комментариях, типа, хэштег «мне нравится». Ну, не знаю, как по мне, это топчик, не? Блин, реально круто. Так, открываем дальше. Ух ты, как у меня еще много кейсов. Еще может выпадет нож-бабочка. Ребята, не надо отчаиваться раньше времени, потому что еще все впереди. Так, пролетел нож-бабочка золотой. И легендарочка. Да, детка. М4 Lizard. Блин, вот это он красивый. Такой дракон нарисованный. Я, блин, не привык к этим скинам. Я привык к старым. Я их всех знаю наизусть. Тут новые скины. Я, блин, немножко теряюсь. Фейбл кейсик. Давай, не подкачай. Быстрее, кабанчиком открываем. Ребята, открываем. И второй Desert Eagle Ace. Блин, насчет у меня их до хрена, не? Ох, ребята, как же я рад, что вышло обновление. Вы даже не представляете, как же долго я его ждал. Я почти не спал. Спал всего лишь 3 часа. Но ради вас встал пораньше, делаю видео. Погнали. Эх, пожалуйста, хотя бы одна аркана. Но нет, мне выпадает USP Пискис. Окей. Чё-то мне выпадает сильно много повторок. Так, ну я, ребята, нацелен как минимум на пару аркан. Как минимум. Потому что я потратил 2000 голды. Нож! Блин. Ну зачем? Ну зачем Сендов меня так рофлит? Ну это реально неприятно. Вот я вот уже представил, как у меня этот нож в инвентаре, а Сендов говорит, во тебе. Фух. Погнали. И мне выпадает. О, кстати, вроде бы хрень, но у меня этого скина нету, поэтому я рад, круто. Крутим кейсики дальше. И мне выпадает, ребята, вы сейчас будете в шоке, но мне выпадает, ух ты, блин, вторая легендарка, вау, MP7 Leech. Я в шоке, вот это красота. Не, ребята, я буду играть по-любому с этим скином, 100%. Я прям сейчас его поставлю. Применить, блин, офигеть. Открываем кейсы. Так, а у меня, ребята, тем временем осталось сколько кейсов? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 кейсов, уже половину кейсов открыл. Выпало 2 легендарочки. Ну ничего, ребята, огорчаться не будем, потому что еще все впереди. Сейчас по-любому выпадет что-то крутое. А, ну статрек, ну неплохо, тоже неплохо статрек выпал. В принципе, я рад любому скину, потому что, еще раз повторюсь, у меня их нету никаких.
Давай, фейлблок есть, не подкачай, сделай небольшой буст. Блин, какие они все красивые. Я даже не знаю, а какой круче? Мне кажется, самый крутой это нож бабочка, вот этот Легаси. Потому что он золотой, он реально самый крутой. Это как Керамбит Голд. Как по мне, он самый крутой. Фух, погнали. Давай, фейбл кейсик. И да ну! Почти. Блин, это было реально неприятно, ребят. Ну, я не знаю, стендов меня рофлит просто не по-детски. И чё-то сегодня мне выпало сильно много стат-треков. 300 треков. Блин, ну это до хрена. Фух, погнали. Давай. Да! За что? Что я такое тебе сделал? Скажи мне, что? Фух, ребята, я не знаю, у меня сейчас сердце остановится, вы понимаете, ну, насколько тут напряжено. Фух, насколько накаленная обстановка, вы даже не представляете. Погнали. Fable Case. И легендарочка. Иди сюда. Да. Какая красота. Блин, правда так 9 чуть на весь экран. Блин, а чё так 9 такой огромный? Не, ну это круто. Ребята, ну тут хэштег годнота однозначно. По-другому никак. Поехали. И мне выпадает... Ух ты, блин, две арканы прилетело. Опять есть пипискис. Ребята, определенно я уже ненавижу этот скин, потому что у меня его выпало, ну прям очень много, очень много. Fable Case, давай, братик, не подкачай. Давай, пожалуйста, еще одну аркану. Блин. Ну, я понял. Я уже понял, какой скин я ненавижу еще, потому что у меня их что-то слишком много, этих повторок. Осталось ровно 4 попытки. Все или ничего, погнали. Или что-то выпадет, или я, ребята, в минусе. О, еще один Дэк-9 Фейбл. О, это неплохо. Легендарок мало не бывает. Так. Опа, 3 кейсика. Окей, no problem. Открываем. И мне выпадает GDOS 2 Starfall. Ну, чё-то так себе. Честно говоря, хотелось бы чё-то покруче. Так, о, 2 кейса, 2 последних кейса. Пожалуйста, ребят, не подведите, даже сделаю мини-буст. Давайте, пожалуйста, давай. Поехали. И мне выпадает Desert Eagle Ace. Обидно, очень даже обидно. Последний кейс, последняя надежда. Ух, поехали. И нож бабочка, иди сюда. Почти. Но, увы, мне опять выпадает рарка. Короче, ребята, вот такое вот у меня вышло открытие кейсов. Я скажу так, это всего лишь первая часть, поэтому если хотите продолжение, все поставьте по лайку. Ребята, чем больше лайков, тем быстрее я сниму продолжение. Может быть, прямо сегодня, прямо сейчас. Поэтому, ребята, ставьте лайк и подписывайтесь на канал КентПК. Всем большое спасибо за просмотр. С вами был КентПК. Всем удачи и всем пока.